Все эти сокровища.
просто хочу отметить, насколько мой папа любил быть на кострах, когда все эти песни пели. А у нас в лагере каждое лето бывает церемония, которая называется перекличка. Она проводится после вечернего спуска флага, когда наступили сумерки. Лагерники вспоминают убиенных воинов организации «Ноль», а также и основателей и начальников нашего лагеря. И все они упоминаются по имени. Всегда упоминают протоиерея Серафима, первого духовника лагеря, а также и матушку Елочку. А затем, в общем, колено преклонно, поется «Спите, орлы боевые». А, между прочим, мы всем выложили слова, если вы хотите с нами петь на столах. Если как Степана попросил встать, спите.